Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, и сегодня будет новое прохождение. Начнется на Европоне CS4. Да, вчера вышел Бранденбург, первый эпизод. Сегодня выйдет первый эпизод Перми. Княжество Перми. Так, ну и по традиции первый эпизод будет посвящен пути к независимости. Так. 18-й у нас уже сейф. Повторюсь, в клауд не сохраняю из-за того, что он бешеный. Любит откатывать сейвы мои. Да. Так. У-у-у, 3000 войск. Как-то мило. Так. Ну, можно 5000 войск получить, но... Опять чувствую, взаймы придется падать. Так. Что-то за монголов взаймы падали, за Кипр взаймы падали, за Бранденбург не падали хотя бы, да. Даже за евреев падали. Что-то все недавние прохождения, за исключением Бранденбурга, у нас с займами связаны были на начальном этапе. Так, игруйка, ты чего? А, все, все нормально. Так, кто Московию запихнул в соперники? Новгород. Новгород и Литва. Так. С Литвой опасно, конечно. Тут что-то придумывать, но... А вдруг повезет? Так. С Новгородом всячески надо будет. О, жаждет моих провинций. Как он так? Моих провинций-то жаждет. Засранец. Так, ладно. Национализм Новгород наш... поддержит, поэтому надо улучшить отношения с ним. Так, с Литвой, повторяюсь, опасно, но есть Казань, но Казань жаждет провинции наших очень сильно. Да, и плохого она о нас мнения. Так, ну и Золотая Орда, она что-то не хочет. Поэтому будем ждать. Так, здесь 22 тысячи войск. Пермь может, по идее, нам национализм... Ой, Пермь, Тверь, господи, Пермь. Конечно же, сам по себе национализм у себя поддержит. Да, надо будет только войну объявить. Так, еще Московию Дания иногда не любит, но не сейчас пока. Союз согласна, как-то нелепо. Так. Дания, если бы нам поддержала, было бы клево. Дания до Москвы не доберется. Тут и все дела. Господи. Так. Надо звук-то убить. Так, значит. Ну-ка, а узбеки что мне скажут? Узбеки то же самое скажут. Вообще дикий рандом тут. Поначалу надо... чтобы больше народу нам сепаратизм поддержало, тогда все получится. Ну, давай попробуем с Литвой тогда. Если уния не случится слишком быстро, то мы сможем Литву ввязать и Новгород, и получить свою независимость. Да. Так, и 2000 войск еще можно сделать. Кто у нас тут? Давай, наверное, бердышников. Надо пехоты побольше. Плюс у Московии столица там крепость вроде стоит, да? 3000 гарнизон. Надо попытаться... Сколько? 1009 нам надо войск будет. Для того, чтобы нашу цель выполнить. Ну ладно, давай попробуем. Возможно, будет рестарт у меня сейчас. Так, подожди, я купца забыл. Как всегда. Забываю купца куда-нибудь отправлять. Так, в Казани уже есть. Блин, господи. А, Белое море только предлагается. Ну и хрен с ним. Отправляйся в Белое море. Главное, что вообще хоть куда-нибудь. А, кстати, можно, по идее, еще с малышами засоюзиться. А, ну они что-то не хотят. В общем, печалька у нас пока. Династический брак с Москвой. Нет, спасибо.
Москва всячески будет пытаться улучшить наши отношения со мной, чтобы заанексить. Поэтому хрень их по всех уже. Так. Литва. В связи с Польшей. Так. На национализм пока не согласна. Новгород. Новгород пока тоже не согласен. Будем ждать. Новгород, кстати, с Литвой пытается дружиться. А, кстати, я забыл одну важную вещь. Тын! Так. И армию пока можно, коли такая пьянка пошла, убрать. О! Все. Сразу советник на Депрепу нам с вами все проблемы решил. Опа, Москва объявила войну Казани. А теперь самое интересное. Так. Сепаратизм нам поддержали. Да, кстати, к Москве надо отношение показать. А, я подожди, тут, по-моему, нет такого, да? Что мы типа можем им. Давай им беспокойно пока сделаем. У нас 126 мнения. Так, не убавим задание достичь религиозного единства по области. Пока не знаю. Курс на запад есть, кстати. Данск оттяпать можно. Так, на Москву напасть пока, к сожалению. А нет, не к сожалению. Нет, нормально, все будет, можно напасть. Ленин с нами есть хорошие отношения, разрыв вассального договора, войдет в статус плюс 4, да вообще похер на это все. Новгород и Литва вступили в войну. Стабильность минус 3, фак е. Так, дядьку дипломата надо нафиг отсюда убрать. Теперь. И... Потому что деньги нужны. И в экономике. Экономики содержания армии на максимум поднялось, все правильно. Так. Главное, чтобы нас не замочили тут. Казанцы фактически наши друзья тут. Тоже не забываем про это. Так. И у нас поднялся лимит армии. Закажу-ка бердышников 1000. Так, и стабилити надо поднять. Усталость понизить. Стабильность пока минус 2 будет, ну ладно. Фокус национальный сделал админкой. Погнали. А, нам еще и товарищ командир нужен. Как я мог про это забыть? Ну-ка, правитель у нас 6-4-5, наследник. Фига себе, 6-5-5! Клево. Так, в общем, кстати, 6-5-5. Теоретически, я не помню, это наследник нужен или правитель на 5-5-5, чтобы ачивка была. Не помню, честно. Ладно, товарищи командира, за 50 очков возьму. Коля, такой дядька хорошенький у нас учился. Так, надо пойти в Галич, наверное. Ой, а Тверь тут... А, Тверь ничего не делает. Литовская армия 32 тысячи. Это крутяк. Слушай, это крутяк. В общем, наша задача тут не напороться на противников. Да, объявил войну Казань. Что-то тут вообще такое странное. Все смешалось. Так, а, кстати, независимость нам сколько очков мира будет стоить? 22. То есть на все остальное мы можем сжигать нашу любимую Московию. Так, и дипломатов. Так, с Литвой практически 99% можно дать, что Литва в унию упадет, поэтому так, право доступа. Отношения с Новгородом будем подтягивать, а с Литвой пока не будем. Но Литва будет нашим добрым другом всю эту войну однозначно. Так, Московия сейчас попрет на нашу столицу, скорее всего. Ой, блин, эти ублюдки усть сосиски пошли.
разбили у нас 1000 войск. А нет, они просто прошли, убили 1000 войск наши. Нагло прошли мимо. Так, пойдется еще 1000. А, они вдогонку за нами поперли. Вот ну что. Вот нормально. Так, поможем Литве тут немножко. 1000 еще. Галич. Давай Нижний Новгород, что ли, атакуем. Если его пока никто не трогает. Стой, кто в бой пошел? А, понятно. Понятно, понятно. Давай, наверное, Вятку пока что ли осадим. Вятка эту Пермь. Так. Еще 1000 войск. Кудымкари. Бабахнем. Вятка это что, крепче что ли? Нет, гарнизон 0. Ладно. Так, литовцы нам тут помогают всячески. Москаляк сколько там уже? О, все, москаляки на геляках сейчас будут. Если еще и независимость вассалам предоставить, было бы вообще клево. Так. Веселые объединяшки. Давай где-то пополам разделимся. Если мы... А, мы уйти не можем. Печалька. Вятку у нас просто отожмут сейчас. Ну шо поделать, такое иногда бывает. Так. Литовцы убежали тут. Куда-то далеко. Новгород до сих пор псковичей не взял. Так, дворян требует сохранения привилегий. Лояльность. Ну ладно. Так, стабилити. Почем? 5 повышаем. Стабилити. У нас тут крестьяне доставать планируют. Так, ну эту Вятку сразу мы потом отожмем. Черт с ним. Чуть литовцы меня напрягают. Тут нам помогать шли, то убежали нафиг. Сраная Московия сейчас это еще придет. 17 тысяч, вы там где? Хватит стоять, помогайте. Все, перебьют сейчас наш отряд. Из-за того, что тупые литовцы нам не помогли. Так. Ладно. Ну, 40 счета у нас, в принципе, уже есть. Это тоже хорошо. Это очень неплохо, я бы даже сказал. Так. Вот. Нам придется куда-то убегать отсюда вообще. Коль такая проблема у нас сейчас. А нам некуда убегать. Вот в чем проблем-то есть. Усть-Сысольск. Це Московия пока. Нашу столицу осаждают. Тут неприятно немножко. Семь тысяч. Так. Ну, на независимость московляки уже согласны, в принципе. Сколько там?
даже на одну провинцию под названием Вятка. Но одна провинция под названием Вятка, это означает, что нам большая жопа будет потом, если мы с коляки нападут, потому что литовцы отвалятся. О, Башкирия. Объявили как-то башкирцы войну Китая. Помню анекдот. Так. В Нижний Новгород. Отправляемся. Соликамск, контроль над Москвой. Походу мы свою столицу сольем сейчас. 60. Счет стал. Москва уже будет низкая. Нам бы вот так вот хотя бы взять, чтобы Москва дальше в Казань не лезла. Мы ее победим потом. Казань маленькая стала. Деньги в минус, потому что чистую опять займ будет. Так, главное, чтобы москаляки на столицу не взяли. Тупые литовцы тут совсем другое осаждают. Не то, что надо. О, нагайцы пришли. Класс. Пермь захвачена Москвой. Черт, бери. 63 счет. Но они все еще пока не согласны. Черт, Ветлугу мы потерять можем. Хотя они сейчас, если уйдут, может быть, снимется осада. Нифига, проиграли Чердынь. Но выиграли Ярославль. Так, если мы вот так возьмем. Вятка, Устюг. А, не получается. Блин, эти чертовы нагайцы. Ну, москаляки сейчас, наверное, Ветлугу возьмут. Давайте, берите Ветлугу, я за вас болею. Да, молодцы. Москаляки свое дело сделали. Так, Московия. Подожди. Вятка, Ветлуга. Дожди, а к чему? Столица? А, полностью оккупирован вражеским лидером. Нам в Чердынь бежать надо. Срочно! Могите нашу столицу отбить. Мракобесы. Говорим, потеряют 10 влияния. Опять Ветлугу возьмут. Сейчас еще Вятку возьмут. И жопа нам будет. Взяли займ. Казанцы. А, это я. Это Ярославль. Не, Ярославль. Ярославль, ты хороший. Не надо пока топить Лугу. Взяли снова. Так, сейчас если Новгород ведь Лугу возьмет, это, конечно, пиздец будет. Он взял. Так, на самом деле специалист. Пойти обучать офицеров. Пойти обучать офицеров. Годится нам пригодятся. В ближайшее время. Так, давай, Ярославль, бери Ветлугу. Я за тебя болею. Срочно бери Ветлугу. Да, молодец, взял. Так. Хотя бы 1000 войск достать сюда, бросить и клубу забрать. А сколько же МВП низкая? Да блин, а я сейчас в Ветлугу опять пойду. Черт подери. На это Ярославль с Аганой еще напоролись. Ай, проиграли. Как так? Что-то у меня даже камера уехала. Ну, сейчас они хоть в Усть-Сысульск пошли. Хоть одна хорошая новость. Так, Московия. Что ты мне скажешь? Московия мне скажет, что согласна. 73. Все, ей уже плевать, что полностью оккупирован я. Так. Все, дальше мы не можем требовать больше. Так, где точно? Московия, Московия. Подожди, Пермь. Это Московия, типа Пермь. Касимов, Пермь.
Можем больше, так, требовать больше, да? Так, больше ничего нашего тут нет, я так понимаю, да? Ну, давайте денежки, а то мы тут займы упали, знаете. 9 дукат попросим репарации. Новгород не одобрит. При вкладе в 38%, потому что меньше 3 доверия на 20. Так, ну, так, а есть что-нибудь на 3 счета? Ха, и нету. Репарации нам предлагают отменить, типа, да? И передать, ой, и даже одну из копеечек отменить. Так, Новгород все равно будет против. Так, ну хрен с этим Новгородом тогда. Доверие у них все равно упадет. Подожди, стой. Тогда репарации попрошу. С Новгородом отношения держать будем нормально. Так, плюс 100. Вот и класс! На Казань потом можно будет напасть. Попытаться, она слабенькая, как я уже вижу. Тут нагайцы, правда, могут напрягать тут. Не. Так. Лишились независимости, казус белли. Так, Литва в унию не упала пока. И вообще надо улучшить отношения с Литвой пока. Значит, пока есть такая возможность. Московия скукожилась прямо на глазах. Всего национализашки надо провести. У нас стабильность же еще минус один. Ой, усталость какая. Какая усталость у нас дикая. Так, да и национализации не копеечные. Надо начать их проводить потихоньку. Так. Кстати, а почему Башкирия постоянно отваливается? Что-то мы за Бранденбург сейчас сыграли, Башкирия опять отвалилась. Вот сейчас за Пермь играем, опять Башкирия отвалилась. Какая-то дичь. Видимо, парадоксы симпатизируют тайком башкирам. Вот так вот. Так, ну, независимость мы свою получили. Теперь что? А, да, кстати, мы полностью перекрыли кислород Московии к Ордам и к Рязани, кстати. Надо претензию на Рязань сделать. На Рязань можно и в одиночку напасть. Перекрыть полностью кислород Ордам и Московии. Задавить Московию, потом задавить Новгород. И все. Дальше Великую Пермь будет не особенно сложно, наверное, сделать. Казань у нас сколько? Одна, две, три, четыре, пять, шесть провинций. Казань могут, кстати, по идее, завассалить. Но с Каляки это будет немножко опасно. Но, коли столичка у них пока жива, я думаю, что они, наверное, этого не сделают. Так, у Казани, кстати, перемирие с нами через 2 года закончится. То есть то, что осталось от казанцев, мы с вами можем спокойно догрызть. Так. Далее. Рязань. Рязань надо претензию. Срочно. Московия больше некуда расширяться будет. Так что, думаю, будет нормально. Идти на расширение. С Литвой, значит, подтянуть отношения. С Новгородом у нас все окей, оби. Регротов надо восстановить. Так, и веселая национализашка. Так, Литву мы пока не можем, но вятку национализируем однозначно. И стабильность надо повысить. Фокус админский я сделал, поэтому не фаталити. Все вот это вот дело. Так, по нулям пока будет стабилити. Совершенно. Ой-ой-ой, крестьяне бы станут. Крестьяне бы станут, надо будет к этому готовиться. Может быть, даже принять их требования на снижение налогов. Да. Ну, а по поводу сепаратистов, пока снижается усталость, копится гибко, можно будет потратиться военкой. Да. И быть таковыми. Что по поводу дальнейших наших действий? Наше дальнейшее действие будет Рязань. Опять же, и Казань. Вот.
такие делишки. По поводу Новгорода. С Новгородом будем друзьями столько, сколько это возможно. Потом надо будет нападать на них. Так, доверие 30. Доверие 30. Благосклонность 2. Плюс стать будет. В принципе, нормально пока с Новгородом. Враг у них Дания, кстати. А у Литвы? У Литвы враги Дания тоже. Австрия, Золотая Орда, Московия. Было бы классно, если бы Литва не заунилась с Польшей. Да, хотя можно попробовать нам с вами, с Польшей, как-то засоюзиться. Опять надо советника Антипрепа брать. Польша Междуцарствие. Все еще идет. Так что вот такие делишки. Ладненько. Наведем тут порядок и приготовимся к новым завоеваниям. Где-то через 2 года как раз закончится перемирие с Казанью. Мы восстановим к тому времени хоть немножко наших войск. Да, казанцев, я так понимаю, вообще не осталось. Поэтому тут, я думаю, больших неприятностей не возникнет. Так, а нагайцы что забыли тут? А, понятно. Пермь вообще наша точка, уроды. Не московская. Да, такое иногда бывает. Ладненько. Так, а ачивка сама подразумевает, напомню. Так, где-то она, говорит, Пермь. Нам нужны провинции региона Россия, региона Скандинавия, региона Сибирь, Каскадия, Гудзон залив и Канада. Да, то есть надо будет тут много чего наделать, исследовательские идеи брать, да. Гасить шведов, норвежцев, ну это в принципе несложно будет с Новгородом, Швецией, Норвегией. Да, сложнее будет, если Канада станет автономией какой-нибудь Испании. Такое иногда случается. Да, тогда у нас неприятности возникнут большие. Так. Да, ну и расширяться кордом теперь не так страшно. Их немножко, что ли, ослабили в этом патче. Да, так что я думаю, что ачивку набьем быстро. Да. А дальше будем играть в свое удовольствие. Да. Плюс я планирую, когда ачивку выполним, из пирамиды другое государство создать. Не Россию, точно. Ну, какое, узнаете потом. Вот. Ладно, на этом пока закончим. Как я и говорил, будет эпизод полностью посвященный независимости нашей. Вот так. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в хорошем прохождении. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!